14 февраля в культурно-выставочном центре имени Тенишевых при поддержке Главного управления ЗАГС Смоленской области прошел финал ежегодного конкурса «Лучшая пара года». И собрались мы в непростой день, 14 февраля, день Святого Валентина, который пришел в нашу жизнь, хотя это и не совсем наш праздник, но он настолько вошел в жизнь людей, что мы уже как бы и не можем представить, как бы мы жили без этого праздника, потому что это праздник любви. Весь год проходил конкурс, пары представляли себя и представляли свой образ жизни, можно так сказать, свои отношения. Вот самое главное, что люди собрались еще вместе со своими близкими, еще раз вспомнить свои светлые мгновения. Свадьба – это один из самых таких значимых событий в жизни каждого человека. Это светлый праздник и для тех, кто создал семью, и для их самых близких, для родных, для родителей, для друзей. Поэтому хочется еще раз просто показать, насколько это замечательно, насколько это важно для каждого человека семья, и чтобы сказать, чтобы люди, любите друг друга. После отборочных туров до финала дошли 4 пары, где их ждали конкурсы. Домашнее задание. Пары в игровой форме рассказывали историю знакомства. Интеллектуальный и музыкальный конкурс, где приходилось применить смекалку и знание музыкальных композиций. Кулинарный конкурс, где строгое жюри оценивало не только приготовление блюд, но и способ подачи. И танцевальный конкурс, в котором пары соревновались на лучший танец. Очень нам понравилось. Первый раз на таком участвуем. Очень рады, что пригласили нас. Все очень здорово, друг за друга переживали, все болели, как друг друга поддерживали. Долго. Тренировались, где могли, и брали в школе торгобуши. А как вы попали вообще с нами? Пригласили, позвонили в ЗАГС. Сказали, запомнили нас. Вот так вот позвонили. Предложили участие. Мы согласились, почему бы и нет. Все довольны, да? Очень довольны. Да, очень довольны. В завершении конкурсной программы пары были награждены призами и ценными подарками. Одним из партнеров конкурса «Лучшая пара года» является специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша», который подарил всем участникам конкурса подарочные сертификаты на покупку фейерверка. Большое спасибо организаторам мероприятия «Лучшая пара года», что пригласили нас на такое событие. Желаю всем парам получить только положительные эмоции от наших фейерверков. От себя хочется добавить, в магазине пиротехники «Дядя Гриша» можно не только купить фейерверк, но и заказать профессиональное пиротехническое представление по индивидуальному или готовому сценарию. Помните, обращаясь к профессионалам, вы получаете только положительные эмоции. Специализированный магазин пиротехники «Дядя Гриша».